высокая стена.
смотреть на меня, пожалуйста. Йокасана. Чудеса. Иногда очень печально изучать буддийскую философию, потому что люди думают, что почему постоянно, ну, буддисты надо думать постоянно о смерти. Каждый день, каждую секунду думать о смерти. Да? Вот. Практика медитации о смерти называется маранасати. Да? Марана сати. Марана – это значит смерть. Сати – это значит осознанность. Да. В России говорить о смерти – это значит плохо. Да? Или сидим, да, кушаем, ужинаем, или обедаем, и говорим о смерти. Представьте, на работе, давайте, ребят, начинают говорить о смерти, да? Вот, жизнь короткая, ты понимаешь, да? Скоро мы все умрем. Я думаю, что ваш коллег уже пришел и потерял сознание. У него моментальная смерть, да? Через несколько секунд. Хватит. Дурак или ты еще, да? Это в России. В Таиланде наоборот. Если какой-то день ты не думаешь и ты не говоришь о смерти, ты очень странный человек. Вы понимаете, да? Если человек, нормальный человек не говорит и не думает о смерти, считается, ты очень странный человек. А здесь наоборот. Если ты думаешь о смерти, ты очень странный человек. А у нас, наоборот,
ни думать о смерти, ни говорить, ни кушать, да? Когда начали кушать, не говорить о смерти. Ходит, да? Даже когда имеет интимное отношение. Надо быстрее, потому что мы скоро умрем. Не таким образом. Да? Что вы поняли, сколько, что думать о смерти очень важно для жизни. Сегодня вы уже слышали, наш биолог читал текст, да? Медитация на погребальное поле, на кладбище. Это уже есть. Чем больше вы боитесь смерти, это не значит, надо принимать самоубийство сегодня. После ретрита, сразу человек 15, да, погибли и писали, что благодаря Ачарьячатри, наконец-то я поняла концепцию смерти. Да? И я думаю, что приедет ОМОН с масками, да, ко мне, да. Вот, в конце концов, я понял, истина жизни, в жизни есть рождение. Мама, спасибо большое, что ты переродила меня несколько раз, да. Я попытался не родиться, а ты попыталась родиться. Но в конце концов, ты родила меня. Не смотри, что я сына не хотел. Да? Спасибо большое. Папа, спасибо большое. Со твоей маски, несколько бутылки, водки, когда ты сделала, что мама беременна. Да. Благодарность, письмо благодарность. Да? Спасибо сейчас, что ты, папа, что мама ушла на работу и попыталась меня душить там, закрыл мне нос со щекотом. Но я не умер, но благодаря тебе я понял, что жизнь не надо бить тебя, да? Это шутка, да? Сестре. А потом, дедушка, спасибо большое, что я так хотел получить квартиру от тебя, но не... я принимал решение сегодня умереть, потому что я не могу дождаться. Да. Бабушка, спасибо большое, что ты составила мне кушать постоянно кашу, да? Кефир и на что-нибудь, супы постоянно, насильно я не хотел, но я очень много съел твои супы сегодня, последний день. Моя благодарность твоей супу, за супу, которую ты кормила меня. Вот. Наталья, спасибо большое, что ты ушла от меня. Ольга, я тебе не могу простить, что ты ушла от меня. Но сегодня я умру. Пока. И самая большая благодарность незабываемый Ачарьячатри, тайский маленький монах. Вот. Благодаря, очень большое благодарность, огромное Буддо Вихара Карелова, который научил меня концепцию смерти. До свидания. Всем пока. Это был я, Дмитрий. Да. Удачи вам, любовь и терпение. И я думаю, что через нескольких часов вы понимаете, ОМОН, спецслужбы, гранит, там Альфа приедут ко мне. Да, прилетают на вертолеты, там БТР, вокруг Карелова. Вы понимаете? А? Вагнер. Не понял? А Ирина Николаевна, через ваши астральные способности, как вы думаете, среди нас, участники ретрита, есть сотрудники ФСБ или нет? Ну, не надо сказать, кто. Просто есть или нет. Угу, вот так. Давайте думаем о смерти. Не только сотрудники ФСБ и еще вампиры. Это гораздо опаснее. Я хочу, вы смеетесь иногда.
Вы понимаете, я знаю, русские не любят мясо. Она сделала, что я веселее. Вы знаете, почему у меня энергия, я не могу жить в России уже много лет. После окончания университета я не могу уехать из России благодаря его смеху, который она подарила мне каждый день. Да. Это серьезно или шутка? Серьезно. Вот так. Хорошо. Маранасати. Да? Почему мы думаем о смерти каждой секунды? Мы должны думать о смерти каждой секунды. Я не биолог, я не ученый. Да? Я буддийский монах, да? И шутник. И я хочу сказать, что каждый день, 24 по 29 миллион. Вы понимаете, да? Миллион клетки рождает. Нашем теле 24 миллион по 24 по 29 миллион клетки рождает каждый день. И клетки, которые рождают сегодня, они доживут 7 лет. Клетки, мои клетки, которые сегодня, да, у меня в возрасте сейчас 48, да, у меня примерно, если молодой, 29, до 28 лет, наши клетки рождают 29 миллионов. Кто моложе, чем 29 лет? Есть здесь? Вот. Ваши клетки сегодня рождают уже 20 миллионов клетки. Получается, в вашем теле микрожизни рождают 20 миллионов. Маленький, мелкий, как вас зовут? Саша. 20 миллион Саши рождает сегодня. Проблема, что клетки, которые рождают сегодня, они доживут только 7 лет. Еще раз. Клетки, которые рождают сегодня, доживут еще 7 лет. Мне 48. 53, а Ачан 53, который родился 48 лет назад, уже нет. Физически, с точки зрения, Ачан 53, который родился на юге Таиланда, на болоте, уже нет. Я приехал в Россию 20 лет. Это значит, как минимум, я три раза переродился. Как минимум три раза переродился. На самом деле я переродился каждый день. Я родился каждый день. У нас привязанность, что я. Вчера мои студентки ругались меня. Да? Я сидел, улыбался, они еще заслились на меня еще сильнее. А мне приятно. Потому что они сказали, что Ачан Чатри плохой человек. Самый плохой преподаватель в университете. Я улыбался, они еще... мне приятнее. Потому что Ачан Чатри нет. Они ругают. Объект пустоты, понимаете? Я сижу спокойно, улыбаюсь, потому что я нет, я объект пустоты. Я как таец, уже нет. Я как таец, уже нет. Потому что я приехал в Россию 20 лет назад. Если 10 лет назад ваша Наталья ушла от вас, и через 10 лет, только через 10 лет Наташа пришла домой, да, к себе, которая ее квартира, которой вы живете. Запутанное отношение, да? Как
когда она ушла от вас, она бросила квартиру свою. И только через 10 лет она вернулась и задала вопрос: Миша, ты меня любишь? А вы не поняли, что вы уже нет? Я тебя до сих пор, да, я тебя до сих пор люблю. Она не поняла, что Миша уже 3 раза переродился. Как минимум. Поэтому вы должны понимать, что почему Будда научил людям именно концепцию непривязанности. И концепция непостоянства. И концепция, что человек рано поздно мы все умрем. Потому что мы каждый день умрем. Человек с момента рождения до 29 лет. Его клетки, 20 миллионов клетки, рождает каждый день. После 29 лет его клетки родился меньше. А потом люди, которые, вы понимаете, 70 лет, только 11 миллионов клетки рождает. Вы понимаете, да? А получается, вы понимаете, 20 миллионов, 29 миллионов или 24 миллиона умирает, а рождает только 10 миллионов. Поэтому ботокс. Нитевые лифтинги. Понимаете, да? Массаж. Сыроедение. Придумал очень много. И МВ. Потому что умирает 29, а раздает 11. А если 90 лет, когда ему 90 лет, он 6 миллионов. Поэтому мы любим жизни, микрожизни в нашем теле, которые рождают меньше, которые умирают. Поэтому вели, сила не хватает, вы понимаете, да, ходит трудом. Клетки, старые клетки, умирающие клетки больше, чем как живущие клетки. Я очень часто выключил этот свет. Лампу. Я хочу, чтобы понимаете, что на самом деле рождает, да, электрическая энергия рождает, не рождает, просто продолжение. Они рождают, умирают. Просто продолжительность сделать, что мы не видим изменения. Что раздает, умирает. Я выключу свет, и свет нет. Свет есть, но в другой форме. Свет есть, а энергия есть, но в другой форме. Когда человек снимает медитацию, думает о смерти каждый секунд. Умерение клетки медленнее и меньше. Вы знаете об этом? Когда человек не боится смерти, и думает смерть, и получает радость от мышления о смерти, его клетки умирают меньше.
Дальше человек снимает медитацию. Его дыхание, его сердце, его печень отдыхает, его почки отдыхают, его клетки отдыхают. Он умирает быстрее. Эй, он умирает медленнее. Извините, я перепутал. Когда я был маленьким монахом, я плохой человек. Я поймал живую рыбу. Я поймал живую рыбу на территории монастыря. И канал, река. Я поймал, а потом я сразу 5 или 10 рыбки небольшие, на воде. И я морозилку холодильника. А потом через месяц я вытащил. И поставь на воздухе. Получаются рыбки, которые я месяц назад поставил в морозилке, они еще плавают. Я говорю, интересно. Я плохой монах. Постоянно ловлю рыбу. Маленьким монахом 12 лет, когда учитель нет сразу, вы понимаете, да? Еды много, неинтересно, надо ловить рыбу. Плохая карма. И до сих пор мне плохо сейчас. Привычка, когда еще не стал монахом, я ловил рыбу. Стал монахом, тоже ловил рыбу. А учитель пришел, медитировал. Учитель ушел, поехал в город, я три уже ловил рыбу. Плохое. Не кушал, но просто отпустил, поставил холодильнику. Вы понимаете, морозилку, потом через месяц смотрю, сколько они доживут. Иногда они погибли. Иногда доживут. Морозилки поставил, как в лед. Вытащил, иногда лягушки, вы понимаете, лягушки. В Таиланде очень много лягушек. И разные породы, и разные сорты. Я поймал лягушек на территории монастыря, поставил там пакет, да, резинки, закрыл, а потом поставил морозилку. А потом через месяц, через 15 дней вытащил, а потом отпустил на улицу опять. А потом я понял, что медитация работает. И медитация, но просто мучение работает. Люди, которые снимают медитацию, их клетки умирают медленнее и спокойнее, чем люди, которые не снимают медитацию. Я хочу есть еще 3-5 минут, да, перед тем медитировать. Истинно в буддизме, да, называется трилаккана, да, трилаккана, три характеристики природы. Какие характеристики природы называются? Первое называется аничча. Что значит аничча? Непостоянство. Непостоянство. Значит, тело постоянно? Нет. Значит, красивые волосы постоянно? Нет. Значит, зубы постоянные. Единственное постоянное зубы – это имплантат. Да? Это шутка. Я хочу, чтобы вы поняли, что в нашем теле, да? Посмотрите кожу. Ваша кожа сейчас. И ваша кожа, которая через 10 лет. Да? Через 10 лет, если вы будете в России, вы можете ходить на мои лекции и ретрит один раз. Я хочу смотреть на вас. Или через 20 лет. Я еще более-менее. А посмотрим, как у вас, ваше лицо. Я знаю, что я буду более-менее. А вы? Через 20 лет, да? Увидимся. Да?
пришла на ретрит у вас. А можно последний ретрит в моей жизни? Да? Последний раз ретрит в моей жизни. Через 20 лет, через 30 лет. А я еще более-менее хожу. Волосы седые, но более-менее. А вы старушки. Это называется непостоянство. Очки пассивы. Ну, через 20 лет на выходе метро. Да. 50 рублей. Да. Сейчас надо ходить в очках, там, оптики надо ходить, окулисты надо померить, да. На немецкий, швейцарский, или японский, или китайский, или тайский, да, очки. А, через 20 лет уже не важно. Через 15. Да, быстрее немножко. Поэтому вы должны понимать, что в нашем теле изменения постоянно. Ваше сознание с января до декабря сейчас. А кто заметили, что ваше сознание сильно изменилось? Есть? Я совсем другой человек. У меня концепция жизни совсем другой. У меня представление о жизни совсем другое. Вы думаете, а Чан-Чатрики, какой совсем другой, он всегда в юбке. Да? Я всегда в юбке, какой другой? На каждый раз я прижу Горелого, он в юбке. Да? На самом деле нет. Мое мнение о жизни, мое мнение о мире, мое мнение о обществе, мое мнение о Будде, мое мнение о людях. Люди изменились прямо как Ватикан. Не горизонтально, а вертикально, совсем другое. Нет, горизонтально и Ватикан. Очень сильно выполнено вот так. Это и был я в январе, и я сейчас. Очень сильно. Я вчера, когда мы закончили вечернюю сессию, да, вечернюю церемонию, я пошел в кухню, я сидел и думал, что как я сильно изменился. Прямо очень сильно изменился. В течение 2 месяцев, последние 2 месяца, я очень сильно изменился. Я даже не признаю себя. И самое главное, что я хочу быть Ачан-Чатри, который был, вы понимаете, 5 года назад. Я хочу быть человеком, который зовут Чатри 5 года назад. Увы, не могу. Не могу. Я не могу быть человеком, который был 5 года назад. Это не шутка. Если вы не понимаете закон непостоянства, вы будете страдать. Дальше вы понимаете закон непостоянства, равно вы будете страдать. И вы понимаете, и вы не понимаете, все равно вы будете страдать. Вы понимаете об этом? Но, конечно, с пониманием лучше, чем без понимания. Извините, пожалуйста. Люди думают, что если человек понимает закон или буддийская философия, страдания будет меньше. Я не могу сказать, что понимание будет меньше. Уменьшает. Проблема в том, как вы относитесь к страданию. Понимаете, да? Страдание не меньше. Если человек понимает,
буддийская философия изучает буддизм, буддийская философия занимает концепцию, даже думает о смерти как един. Страдания не меньше. Просто вы относите к жизни по-другому. Страдания не меньше. Но вы относитесь к страданиям по-другому. Может быть, когда вы понимаете концепцию буддийской философии, непостоянство, изменения и отсутствие, может быть, страдания будет больше. Но как вы относитесь к проблеме, вашим пониманием по-другому? Как вы относитесь к вашим пониманиям по-другому? Потому что у каждого человека есть определенный стереотип мышления. Понимаете, да? Каждый человек есть определенный, как алгоритм мысли. Можно говорить так, да? Да, алгоритм мысли. У каждого человека есть определенный алгоритм мысли. Стереотип мысли. У меня есть определенный, да? У каждого человека есть определенный принцип в жизни. Алгоритм мысли. Поэтому, когда мы снимаем буддийскую философию, непостоянство, изменение, отсутствие я, вы понимаете закон природы. Когда вы понимаете закон природы, вы понимаете истину. Понимаете? Это самое главное. Быть буддистом, не быть буддистом, не так важно. Самое главное, что ты понимаешь закон истины. Непостоянство, изменение, отсутствие я. Будда не говорил так: ой, девочка, иди сюда. Тебе надо стать буддийской. Опять, да, тайский урожай уменьшает Горелого. Да, я пошутил. Я хочу сказать, что неважно, человек буддист или не буддист. Очень важно, сколько человек понимает истину, закон истины. Понимаете? Потому что религия, которая называется буддизм, это не самое главное. Люди пришли сюда, я не интересует, она буддистская или не буддистская, он буддист или не буддист. Для меня самое главное, сколько она понимает о себе. После ретрита, после ее собственной практики, после ее собственного мышления. Понимаете, да? После свой собственный опыт практики медитации випассана. Когда вы читали текст сегодня, вы видите, что Будда сказал. Через именно технику медитации випассана сделать, что мы понимаем себя. Значит, тело еле рубим, да? Или сочекаем, кремируем, что остается? Остается только четыре основные элементы. Земля, огонь, вода, ветер. Все. Ничего нет. Когда мы говорим, что ничего нет, это значит ничего нет. Да? Еще есть, остается, но в другой форме. Медитируйте, пожалуйста. Сейчас подготовим место, что вы кушаете. Сейчас, да, 25 минут, или лесок от стены. Спина прямо, да? Думайте, успокойте себя. Я уже говорил, что когда мы медитируем, ваши клетки отдыхают. Не вы отдыхаете, ваши клетки отдыхают.
Сюда. Анчали ванана апивада. Анчали ванана апивада. Анчали ванана апивада. Ванана анчали. Мы долго, 45 минут, поэтому возьмите подушку. У меня просьба, что ваш поставьте здесь.